все отрушены. Как две машины не повредили. Открывай машину. Часов до 4 ночи, блядь. Вышли. Мы купим ваш старый автомобиль по отличной цене, и уже сегодня вы получите за него деньги. Да, вы не ослышались. Деньги сразу. Не теряйте время и записывайтесь на продажу. Ну вот тут козел. Попыхивая сигарой, калужский асессор рассказал. Попала в регистратор. Бля, ой, тихо, ёпарасы ты, бля.